Да, ну реально, шансы хорошие, сейчас посмотрел. Все-таки, мне кажется, поздновато Геру дали. Там, Ой, типа, там уже... Юля не, Юля не в этом деле. Ну и в этом тоже, типа, сейчас. У нас, допустим, уже некоторые не дожили до Геры. Юля, понимаешь, смотри, я бы мог дать Геру раньше. Я не спорю, я не но спорю. В любом случае мы бы ее не добили. Оставили бы Ляма 3. Я ж примерно рассчитываю наш ДПС. Понятно, я просто думала рисковать. Я вижу, когда можно добить, а когда нет. Типа Асуса проебали, я вот, ребят, честно сомневаюсь, что паладины в бою бафают каски, если это не какой-нибудь фонарь, без обид. Фонарь топчик, да. Фонарь даун? Скину мне кресты. Хотите, могу на себя взять каски. Типа, как только человека подняли, бернули сразу стамину. Но я кидаю, поле пауэр же отображает, у кого нет баф. Я сразу жму. Могу взять каски, если кто-то там управляется. Нет, у меня никаких претензий конкретно к кому-то нет. Не, я просто предлагаю, если кто-то забывает. Сесс по танкам можно. Бафнул каску Фелиция по этому, по Асусу, когда его бернули. Между притяжками три глыбы. Сначала ставится, что получается, вторая. А потом, что, пятая глыба еще нет. Четыре будет. Это первая притяжка, две глыбы. Вторая, третья притяжка, четыре глыбы. Вот, короче... Ты имеешь в виду на четвертую ставь? На первой глыбе РДД должны бить босса, милики заливать склеп. Ну смотри, короче, все глыбы, когда ты говоришь в сторону, у нас есть четыре... Приста с гимном на хп. Вот эти моменты сложно прохиливаем и прикрывать гимном. Еще, ну, только так могут побить они. Не забывай про освобожденку. Ну, блядь, ясное дело, те, кто с освобожденка не бьют. Если это не шутка. И не дают гимн, имею в виду. А гимн, кстати, если дашь, он будет стак и затик. Конечно. Это хуево. Щука, какого хуя ты 8 обморожений наебашился на второй фазе? Я тут миликом вообще сложно, но... Да тут рандом, оно непонятно. Иногда бьешь, нету стаков. Иногда он после глыб я подошел, 2000 сделал, бля, 7 стаков. Что это за бред, нахуй? Да хп слишком дохуя у нас. Два стака у тебя было, блядь, от этой, блядь, от синдры, нахуй, на второй фазе, которая на, помимо обморожения освобожденных кидает. И 8 стаков обморожения. Обморожение копится от каждого твоего удара, по сути, по синдре. Ну, ты как ханты, как милики, по сути. Такая же хуйня. Все, все тут? Так, поставлю еще крест, она не то так. Да, надо чаще влево. Муха забагалась на этом траве, блядь. Кто забагался? Цепное строение, критический захил 10 тысяч, обычный захил 10 тысяч. А, ну это нормально. Да, как обычно. Весь хил в говно. Это неплохо. Согласен. Хуя ухилишь. Плюсую. Айма свичет на лед. Что? Рыбу поставил? Рыба стояла вроде бы изначально. Он стоит. А. Еще раз сверченный пыл. Кунка, прием, блядь. Ержан, вставай, ты обосрался. Дайте СС, что ли, может, танком, чтобы сказать. Поможет, может.
Не успели поднять его. Я перед второй фазой по себе лучше дам. Я там подамажусь и сейчас ебусь. Не понял. Так вот. Ну, кокозябр, знаешь, по фонарю и с Барбарос по Дермичу. Все, поехали. Сейчас или потом? Ну, блядь. После второй взлетки, короче. Где-то нажмёте. Когда на второй раз летит, вот, тогда, когда склепы уносить, дадите СС. Все, запускай. Пошли. Освобождем, сейчас будет. Два хила. Мася Ридига, Дельта, Кодямба, Кринжкин, Кули будет. А маги ж скидывают, да, освобожденка? Но им лучше на второй фазе скидывать, было бы их на первой не надо. Скоро притяжка будет, не набирать, или же босса подходить. Новая освобожденка пришла. Блин, 30 таков помоги. Метки сейчас аккуратно выносим, прохил рейд. Протопар, Фелиция, Лигналайз, Бесмун, Королева. Я налево, окей. Спрятались, смотрите там. На лестнице. Центральную стопните. Все стопните. Все стопните, не бейте. Последний год. Все разбили быстрее. Два хила, Мася, Люстер. А все с Барбаросса, Вайт Блэйд еще. Там бежал быстрее. Блять, что-то не подтянуло раньше. Я бегом. Вот успел, а нет, не успел. Ясно, да. Блять. Даже не хочу комментировать это. Че, ресом? Я буду передвигаться. Тихо, 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 пожалуйста. Чувава Королева, Воит Люксора, Мастер Мегащук. Ребафните Ханта, Приста и Паладин. Вынесли метки глаз, Реслинху лишит нас. Смотрите сами. Право на лестнице. Сейчас СССР зададите по танку. По левому стопните. Хватит. Еще раз близко. Ну, один хил.
Сейчас, блин. Притяжка скоро будет. Не набирайте. Беги, малыш, беги. Набирай. Блэк еще прохил. Метки сейчас выносим. Фонарь, иди, Гарри, Слинг, Линшкинг, Филлис, Мегащук. Вы СССР знали по танкам? Мегащук, кот, ты бежишь? Все, пойдем. Ну, не, да. Слева падает. Да, какого? Действительно, какого? Справа. Рики, блядь. У нас БРов нету, минус пал. Да падайте, короче, не выдержит. Блин, ну я за глыбу стоял. Да ты, наверное, в опоре с ней стоял, друг. Ебать, в тучке пол хп оставляет. Прикинь, сколько там урона. Да, бля. Чё, Юля, решила Вуду передвинуть? Нет, да? Нет, случайно зацепила. Не передвигала. Дай мой срез. Ну, типа, этот баг существует, блядь, сколько существует лич. Ты начинаешь двигать хил-аддон, Вуду, неважно, хил-бот, блядь, и зависаешь несколько секунд. Я не хотела случайно... Как заблокировать такую функцию? Мне неудобно. Я в зависимости от босса его двигаю. Знаю, есть такая штука. А как воду заблокировать? Можно? Можно. Жить. Опции заблокировать. Ну, блядь, скилл такой есть, блок щитом называется, блокировать. Давайте, вон джип стоит, почините, сербы кушайте, фалбафы, поехали. Люксордом забежите. Я ж писать перехотел, когда... Бутылку с собой бери на рейд. Сейчас люксор не бежит. Пиво выпил и туда же нахуй сышь. Там снова выпил. Фулбам дали? Рыбу ешь, Люксор. Сколько попыток осталось? Показывай такого. Было 22, когда пришли, ну вот. Еще денек можно потратить. Что на завтрак, Кирилл? Гера или Обычка? Ну, кстати, меня завтра не будет, это точно. Не знаю. Там постоянно кого-то нет. Я пропаду. Дополнительное образование начинается. Ебать, да он. Да бросай образование, нахуй. Я хуй его знает, вот типа я когда учился, блядь, ну... У меня всегда было свободное время. Не знаю, блядь, какое у вас там нахуй образование, блядь. И шут, ну, это вообще... А пипец. Второй диплом? Да, блядь, там раньше да как, учиться так, надо да как, было. Да какая разница, диплом не диплом, нахуй. Ну, заложка, типа... они всегда так поздно заканчивают, начинают. Нормально. Мною гордиться надо вообще. Не заочка, я про дневную говорю. По заочке это дело другое. Ты на заочке работаешь и учишься, нахуй. Юля. Зайди в мой тоже, у меня так же было. У подруги. Иди запускай. Знаю, время дохуя было. В любом случае. Бывали моменты, когда что-то дохуя что-то делать надо было. Но время все равно всегда хватало. Так что те, кто пиздят, что учеба, ну, значит вы, блядь, хуёво учитесь. Я отличник. Два сала, три. Полплейлик сормаш. Ты я завис на сервер. Ставчик. Сейчас притяжка будет. Дай сукру фонарь. Дай сукру фонарь. Сама на леточку бахнуть.
Нет, Кион, если холишит, чувак, колплящу, как королева будет. Поднимите их по хп, метки. Эликсор, блядь, ты фрик, а пиздец. Это просто пиздец, нахуй ничего. Меня лагает Кион. Меня просто. Нет, таки понял. По центральным склепам не бейтесь, право понял. Эликсор спрячется, справа падает. Бабл. Разбили склеп. Один хил. Сейчас перетяжка должна быть. Дарь мечей спал. Новая свободелка. Минки сейчас аккуратно выносим. Перейди, как Гринчкин, чувак, около плей блэкичку косяк. Масси? Спрятались. Слева падает. Справа. Стопните по склепам. Не имейте, хватит. Близко на лестнице, перешли быстрее. Клепа не бейте, еще раз повторяю. По центру падаем. Разбили склеп. Перехила освобожден. Скоро притяжка, подходите к боссу, не намирайте себя. Бля, че взорвало. Подальше туда. Мы бежали. Дай фонарик, Сук. Да, Сук. Кунку прохил сейчас у меня. Хилы сейчас фулма на регенте обсклепнули. Легалайз, реслинг, бланш, колплей, масси, андрей. Ну, пойдет. Спрятались. Слева падает аккуратно. Холи, сейчас умрешь. Что ты как слева ты спал? Слева я, мне показалось, справа. Слева опять. Мася БР по нему, да. Справа падает. Ну, когда... Час после этой бомбы. Все, давай, Бэт. Маску. Разбей, ой, тут, блядь, ребахните, перестань. Один хил. И будет переход на вторую фазу, поэтому вас освобожденки много не набираем. Вообще не набирайте сейчас, кто стоит сбоку. Давайте чуть. Сейчас фаза будет такая. 1%.
И притяжка, наверное, чуть-чуть будет. Да, притяжка. Отбежаем. Фаза. Первое впечатление. Мать, печень. Прохил ее. Шилдик дай. Ну, дали, там чуть... Ладно, пойдет. Освобожденка. Ну не бахайте освобожденку, РДД. На ком вообще освобожденка не бейте, блядь. Ну что вы делаете, блядь, демоны вы нахуй ебаные. Уёбки нахуй, тупые нахуй. Что вам сказал, блядь? На второй фазе, блядь, РДД нахуй. Стоите, блядь, и ждете нахуй. Без освобожденки не бьете вообще нахуй. Хули вы пидорасы ебаные нахуй. Кликаете нахуй своим демеджем тупорылым, блядь, безмозглым нахуй, хуярите по всему рейду, блядь. Что тупые нахуй или что, блядь? Нахуй вы сюда пришли, блядь? Сказал нахуй, вторая фаза, блядь. Если освобожденка кинул, стоите АФК нахуй. У кого там включено нахуй все, блядь? Ебаните мне этот урон по союзникам. Редиган надали королева. Не, не так. Вот у меня такой же, да, как у ДК. Это надо смотреть уже конкретно вот эту... Mm. Не, на первой фазе. Вот этот момент. Сейчас я вообще в стороне стояла с освобожденкой. 3.20, я потом по видео посмотрю, как там было. Сейчас конкретно РД захуярили нахуй на второй фазе просто. Убили нахуй всех, блядь. И вайпанули рейд. Что милики, они там хуярят сами себя, по большому счету. Обморожали. Они кого-то. А РДД хуярят уже остальных. Ну, я говорю, кто вот меня убил, это от Ридиги, от Адреля и от Королевы. Хилы-то понятно, блядь, они хилят нахуй. Там, если не набирают по 2-3 стака на второй фазе, это нормально, потому что они поднимают рейд. А РДД, блядь, ни одного стака не должны набирать. Если вы, блядь, урод, нахуй, и набрали все-таки, уходите подальше от рейда. Секунду, мне надо отойти, мне позволю. Нет, это ненадолго. Ладно, давайте пока эту хуйня кому-то надо. Давай это бесплатно, типа, ну, это, как он называется? Хуяси. Ну, чё там? Кого я пиздила? На 115 эффективность, получаемого из течения лечения на 300. Залупа какая-то, нахуй. Сука, сложно читать. Повышает силу на 115. Ну как раз на мишку нахуй, да, мне кажется. Это на танка. И эффективность получаемого лечения на 340, да. На мишку нет. Какой мишка? Это одна ручка, блядь. Я знаю, нахуй, но я-то могу носить. Оффхенд возьму, блядь, и похуй. Буду мишка с одной ручкой. Дельху лишит Барбарос. Вообще это... Протопауэр. Протопауэр. Реслин. Реслина больше всего. Реслина мне. Че, печеньки теперь ролят? Нет, это просто ролят, либо. Ну вообще ролят, типа, просто показать, что да, нужно. А, у нас же ПГП, да. Охуй эти ставки. Да, вот так лучше, ну, чем ставки эти, бан, по-моему. Негры, да? Ну, ДПС, знаете, развернутый полностью. Всех, ответ упал. Босс убиваем, на самом деле, прям очень убиваем. Просто, блядь, головой нужно немножко думать, нахуй. Да так, про каждого босса. Все озвучивается. Не, ну здесь все так, что... Ну, блядь, сейчас просто убили нахуй РТД. Был нормальный пул до этого. Но не взорвали же, не бахали.
Сейчас просто захуяли. Дебилы, блядь. Че там ри? Че там все нет? Уж полдвенадцатого, скоро расходиться, блядь. Это он. Котенок насрал. Он пришел. Юля. Ну, а теперь Юля покажется. Ждем дальше. Возьмите, кстати, еще камни на вторую фазу. Если что, нажмете, если видите хлопомат. Ну, можно, в принципе, уже расходиться. Еще кто-нибудь отойдет, и можно сразу расходиться. Нехуй тут сидеть. Ждать каждого. Легалайз. Я здесь, на ртове. Иди запускай. Лохима. Сейчас притяжка будет скоро ближе к боссу, мы ждем к ним. Беги, малыш, беги! Ну, вань, дай бай. Метки выносим. Бесмон, протопауэр, Кришкин, Барбарос, Фелиция, Мегачук. Справа очень близко. За какая-нибудь? Лево близко. Пиздец, тут где-то. Сзади. По левым склепам стопните, по центральным тоже. Слева. Разбили склеп. Рихила. Много не набирайте. Windows под ночь. Убежали. Без крупаны. Люксор, Войт, Фонарь, Протопауэр, Колплей, Кунг. Лол. Чуть сдох. Слева близко, быстрее забежали. Забежали быстрее. Угу. Опять. Ну, пациент. Справа очень близко перешли. 4,
Все, по центральным склепам стопнули, по левым стопните, блядь. Сава. Справа. Чувак, да. Ебать, чуть не умер, ну. Рибахните просто. Один хил. Скоро притяжка, ближе к боссу подходить. Беги, малышка, беги! Абдот максимально. Нет, часа на все. Масикл, плей, блэки, щук, королева, кунг. Слава богу, что разобрались. По центру падает. Справа. По левым и центральным стопните. Не бейте вообще. По центру. Не бейте, блядь, говорю. Справа очень близко перешли быстрее. Все, склепа вообще не бейте. Разбили склеп. Красавчик. Маси Бэр. Маси Бэр. Смотрите, сейчас вы бордюнку не набираете. И вас ломаться бордюнки. Два хулипала. Так, хильте. Так, сейчас фаза будет. Не набирайте субординку вообще. Отбежали быстрее. Пауза. На ком освобожденка? Не набираем его. Протопара в печеньку. Разбили склеп, скинули стак печеньку. Сейчас опять в печеньку. Прохил рейд, прохил. Мираю в печеньку. Поднимите Мираю по хп. Ну, блять, ну что за хуйня? Ну, блядь, вы рейд поднимите по хп, у нас вообще он не поднимается, ну. Вообще просто, блядь, на 10%, блядь, как будто мы, я не знаю, блядь. Хуй пойми, кого бьем, в центр. Блядь, будет притяжка эта ебучая, нахуй, высерус ебаный, нахуй. Протопауэр в центр. Поднимите его. Дайте мне что-нибудь, иначе умру. Фонаря прохил, дай зубы ему. Все. Ай, нахуй, пиздец. Все, нахуй, просто нахуй. Нихуя не хилите, блядь, вот просто нихуя, нахуй. Я не про всех говорю, но вот конкретно вот эти 5 хилов, нахуй. За исключением там некоторых, блядь. Вы нихуя не хилите, нахуй. На 2 хилах освобожденка, блядь, рейд на 10-20% хп держится. Ёбаный урод, как будто мы нуба ебашим нахуй. Это просто пиздец нахуй. Вообще просто не поднимается хп нахуй. С такими, блядь, хилами
И нахуй, на лича нахуй нехуй дожить. От заражения нахуй сдохнем сразу же, блядь, на второй фазе. Ну, там нет рандомно, а заражение прохиливает ДЦ, у нас не будет там проблем. У тебя будут КД все равно на шилды, и там, когда будут разбегаться, блядь, не до всех же стволов. Ничего, переживем, все там прекрасно. Зато там нет освобожденки, которая кидается рандомно. Вот сейчас фул вторую фазу простояла с освобожденкой. Юля, вот сейчас была освобожденка на тебе кулплея. На второй фазе. Когда рейд держался на 10%. Ну, это ненормально, нахуй. Ни один РДД счет не бахал освобожден. Вообще просто рейд не поднимается по ХП. На мне всю вторую фазу, я не знаю, где там меня видели. Как будто мы нуба нахуй бьем. Вот отвечаю. Но это ненормально, нахуй. Так босс нахуй никогда не убьет с таким нахуй охуенным прохилом. Можно саппорт? У меня кончится. Что этот высерус ебаный, блядь, сука. Со своими притяжками, блядь, конченными нахуй. Ой, блядь. Фу нахуй. Сука, фу, блядь. Конка, дай масло, пожалуйста. Иди нахуй. Но я тебе несколько попы зарядов дал. Нету. Ладно, есть, я нашел их. Наебать, не получилось. Ну, знаешь, он просто посмотрит соседний монитор. Кунка, вот ты, блядь, стоял, пока нахуй, блядь, ждал, пока склеп появится, нахуй. Мог бы, блядь, бинтами, нахуй, подхилить асуса, блядь. Только пиздишь, блядь. На туре. Все, иди запускай. Тупо до смерти фонаря я нахуй за соображенки не вышел ни разу. Охуенно, обожаю. Чё фонарь? Тоже. Ты сдох, у меня освобожденка кончилась только тогда. Я всю вторую фазу стою нахуй освобожденки. Классно. Ты, Асус, я рядышком стоял. Далеко, блин, так не отходите, они не прохиливают. Там же тоже по тебе тикают. Я не понимаю, нахуя вы вообще отходите на там магах, блядь? Ладно, шип-присты там, блядь, тучки сбрасывают, отходят. Нахуя вы отходите на второй фазе? Да освобожденка кинулась, стоите, чилите нахуй ФК, блядь, прячьтесь за склепом, ебаный враг. И думайте о хорошем. Три хила, кстати. Сейчас присяжка будет. Беги, малышка, беги! Дай фонарьку. Дал сценарий сикру. Красава. Лучше. Бланш, кринжкин, колплей, блэкич, королева, кракоземора. Дал каплю. Справа падает. Лево. По центру. По центру прям очень близко перебежали. Ведь ГП забыл дать. Ладно, похуй. Хуя не похуй. Теперь у нас есть ГП. Притяжка будет подвольнять, что играл раньше время. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти
Чува, Алексор, Басмон, Фелиция, Блэки, Кокозяма. Сами смотрите. Правым не бейте больше, блядь. Хорош нахуй, сука, сейчас разобьете, блядь. Дебилы нахуй, разбили, блядь. Перебеж... Блядь, ну ебланы нахуй. Молодцы, блядь, конченые, сука, существа нахуй. Я не знаю, как по-другому вас назвать, блядь. Войд по Блэки, чувава, пока хотя бы. Ребафните Лока и Маг. Рехила, поэтому там аккуратно. Не балуйтесь. Близок был еще притяжка, мы не набирайте с образок вообще. Беги, малышка, беги! Сокро? Не, не надо. Нормально. Я даю под освобожден. Если вижу со стаки набранных людей и хп парит идет на урон, точнее. Дарья, Асус, Войд, Барбарос, Щука, умираю. Этот, СС сейчас по танкам, дайте, слева падает близко, перешли быстрее, спрятали. Справа. Так, по центральным не бить, по центру падает. И правый тоже не бить. И левый тоже. Слева. Все, подбиваем склеп. Разбили. Рихила. А не два. Два нормально. Побежали. Переводим. На ком сейчас освобожденка вообще не набираем. Вообще, блин. Надо, блядь, метки надо чуть-чуть поставить. Бланш печеньку. Разбили склеп с кинули в стенки. Босс, номер два. Ну и чё это за хуйня? Адель в пищи. Взрываюсь, ты. Ну, сейчас хилы взорвали. Не знаю, что делать нахуй, но типа... Это пиздец, но... Я не знаю, как проходить этого босса. Вот, ну, вот с этими людьми, которые я считаю. Ну, это полный залог. Да хуя у него хп нахуй. Да какое хп нахуй? Мозгов нету, блядь. Безмозглые, алё, нахуй. А не дохуя хп нахуй. Блядь, босс вполне убиваем, блядь. Мы его спокойно можем убить. Вы конченые взрываете эту освобожденку все время. Я вам, блядь, повторяю сколько раз, блядь, на второй фазе. Увидели освобожденку, стоите АФК, нахуй. Вы все равно какую-то хуйню там высираете, блядь. У меня минус 4 человека, нахуй, блядь, от взрыва, нахуй, сразу же, блядь. А кто взорвал там
Ну, в принципе, по видосу можно понять, только надо будет смотреть, на ком кинулся освобожденка, кто... Да мне тогда даже не так... нахуй? Я бы, блядь, этого долбоеба, ну реально бы нахуй, кикнул бы в жизни нахуй. Ну, что за хуйня конченая? Как так можно заходишь играть, заходишь в смерти, и ты видишь, кто наносит урон. Чего вы тупите? Да у меня отключен рекаунт, нахуй. Это не в рекаунт, это в отчетах. Это нету никакой этой хуйни. Все, last pull на сегодня сделаем и хватит. Ну, типа, смотреть Асуса, если... В основном сам себя убил. Асус со мной стоял. Если Масию смотреть, по ней урон пришел от нее же, и от Асуса еще. Да. Не дам уже саппорты на 10 минут. Просто когда падают хилы, нахуй, там, ну, два хила уже, ну, никак не спасти, я не знаю. Я вообще из освобожденки не выхожу, позже какой, блядь, пул уже на второй фазе, блядь. Давай все на саппорты, вообще стою. Похуй. Пускай пьют, нахуй, поебать. Трейд. Масло фаски перемазывать. Блять, хорошо шли, сука. Вот реально хорошо шли сейчас. По процентам, если смотреть. Более активно ХП начало у босса сниматься. Так может, нет же, сука, блять. Надо хуярить нахуй, блять. Может, хила спит? Освобожден тут. Блять, какой нахуй хил, блять? Может просто хилов выкинуть нахуй, нормальных, блядь, взять на. Так были бы. Да какая, когда такая хуйня начинается, у меня всегда нахуй, это навязчивая идея нахуй, я не могу нахуй. Я хочу похилить, посмотреть, как оно будет. Королева, ты же сегодня видела топового ДЦ, а? Да, вообще красавчик. Нахуй, лог этот, блядь, ущемленный классно. На присте я себя, блядь, чувствовал увереннее, нахуй. Где-то мог подхилить, где-то шилдик, блядь, кинуть. Диск, нахуй, запустить или еще что-то, нахуй. Заставить дауны на этой хуйне, блядь. Пока СС этот докастуешь, нахуй, он сдохнет, блядь. А, от меня захулипало здесь легче. Типа, я хотя бы могу помочь рейду. А за ДЦ не могу. Не запускай. Если повезет, и типа, на нас не будет на второй фазе кидаться по КД. Ты там... Убьем. Тогда на РДД уже будет кидаться, составом. Блядь. Хилов я имею. Да, да. Не знаю, вы нихуя не хилите. Ну, я не конкретно про вас говорю. А вообще, в целом про хилов. И вторую фазу. Беги, малышка, беги! Нихуя себя взорвали, нахуй. Красавчики, нахуй. Почти вайп, нахуй. Рассчитано. Я затащил. Кстати, не понял, почему. Притяжки так долго не было. Асус, Люксор, Дидига, Маси, Щука, Кунг. Я понял. Погибнул? Право. Слева, последний. Разбили склеп. Майся БР. Ваша шалкая магия теперь бессильна!
Затяжка ниже. Чувак, Люксор Барбаросов лишит Блэкси Королева. Справа очень близко падает. Слева. Слева очень близко. По центральным не бейте вообще больше. И по левым тоже. И по правым тоже. Вообще не бейте. Справа близко. Все, разбили склеп. Вот там СС раздали по танку? КД. Тогда раздавали. Сколько КД? 6 минут. Ладно. 3 хила. Ближе к боссу сейчас будет перетяжка. Заебала она раньше времени нахуй даваться. Она мудак, забей. Я накосячил. А Реслин Люксор будет Мася Хулиши и т.д. Короче, сейчас тайная вылазка нахуй для вас будет. Королева и Чувала. Ресните того вагона, по центру падает. От Юли ему скилл сразу ебешь. Он там в правом углу далеко лежит, по центру. Услышали? А откуда идти? Ну вот по центру, идешь там, где босс, прямо в центр, там шилд не кинешь, по центру падай. Вместе чего? Все, разбили стрелы. Побежали там, и уже убить не надо. Че его, блядь? Че нахуй стать мне? Ребахните мага, освобожденка выбежишь. Сейчас умбарленку не набирайте, еще будет притяжка, скорее всего, обычно. Беги, малышка, беги! И фаза. Значит, на четвертый склеп нахуй будет притяжка. Филиция печенька. Освобожденка не бьем на ком. Эликсор, дай сокро. Разбили склеп пока что. Следующий крест. Радыда бьем босса пока что. На ком освобожденки нет. Ридига в крест. Дай капли по нему. Эликсор или колплей кто. На ком освобожденка скидываем стаки. На ком нет, убейте босса. Люксор в центр. Айсбаунд, дай дермич. Сейчас притяжка должна быть. Прохил гим на хп, протопауэр. Не разбивайте склеп, не разбивайте. Разбили Арислин в центр опять. Отбежали оттуда. Люксор, иди быстрее. Беги,
Отбили склеп, но не разбили. Все, по боссу пробегал. Толкло есть окру. Дермича, БР. Не, он стал ассистом. Окей. Крест, Юля. Ладно, похуй. Заебись. Разбили склепы. Да, пришлось. Гим на хп. Дай кольшу. Дал. Войд БР по Фелиции. Разбили быстрее все склепы. Чувава в центр опять. Ну, я левее стану, я хуй знаю. Рибак освобожденку аккуратно не набирайте. Его разбили, РДД без освобожденки пить вас. Парахил. Колич в центр. Дай сокру этот. Я точку знаю. А, окей, нормально. Разбили склеп быстрее. А, нет, стоп. А, да, на следующем должен быть перцерк. Нет, стаки не скинули. Сасус центр. Капли дайте по нему, колплей или кто-нибудь. Я дам. А нет, не дам. РДД активнее по боссу. Пойдем на полном. За пароли по нему надо лепать спать. Кринжкин в центр. Держите фонаря максимально. Отбили степ, скинули степ. Геру, давайте. Барбарос, крест. Дай сокру лицо. Полубабл нажал. Ну, босса бить больше. Босса, блин, больше. У нас один танк остался, БР, блин. А, слышь, центр. А, нет, крест. Не, давай в центр, стоп, все-таки в центр. Каплю ему дайте, что мы там не будем. Реально. Хуярьте себе, босс, похуй. Забили хуй и бить его. Сколплей, дай сокру. Следующее дыхание умирает. На ком освобожден, проносите с рейда подальше. Ладно. Ой, так. Извините. Такую похуй, ладно? Дай сокру или что-нибудь там. Отбежали лужу там, дайте кому-нибудь. Умер. Ну, 6%. Дермич не прохили. Дермич был бы, может, что-то еще и было. Все. 5%. Кунку трахнули. Все как уже охуенный. Ну, немножко вот посильнее, кто там, блядь, посильнее людей по ДПС и все. Ну, таких как я взять. И по хилу. И танки. Кунку, почему ты не первое место? Танки бы пожирнее. Просто резиста, походу, вообще нет у них, да? Я так понял. Кирилл, кстати, я бы не успела до креста, очень далеко со освобожденкой была. А туда чуть-чуть успела, сорян. А такое ощущение... Кого не успела, не понял. Ну, ты сказал в крест, я говорю, я бы не успела, потому что далеко стояла, чтобы освобожденку не взорвать. Типа, чуть добежала. Да я, блядь, я менял... Не, я просто думал, как лучше, нахуй, и в итоге, блядь, я уже просто понимал, что нам и так не хватит. То же самое было бы и в прошлый раз, когда ты сказал, что можно было героя. Чё завтра будем? Типа 5%. Это круто, вообще все молодцы на Синдре сегодня. Да, ну, так, нормально. Молодцы. Там хилов подтянуть, и все хорошо. Да, вообще, ДЦ мне не нравится. Всего понемножку подтянуть, и ебанём, чё, 5 лямов-то. Ребят, замена, он, обращайтесь, он. Чё завтра, Кирилл? Чё завтра идём? Обычки пойдёте, потому что там много людей не будет. На вторник и среду пойдём обратно. Сколько? ТГБ начислил, кому должен был? Типа сейчас ЕПГБ без обид, но типа будем лутать, потому что типа, тут конкуренция на шмотки, надо просаживать чулов. Кому-то начислил, кому-то нет.